На любой вкус и кошелек. В Ивановском художественном музее открылась выставка-продажа «Солнечный круг». На традиционную летнюю экспозицию в этом году свои картины представили 27 художников. Среди них и мэтры ивановской живописи, и совсем молодые авторы. Все картины на летнюю тематику. Здесь городские и лесные пейзажи, яркие цветочные и сочные фруктовые натюрморты, солнечные летние зарисовки. Найти картину по душе смогут все желающие. Выставка вообще, в принципе, довольно универсальная, потому что она традиционно пользуется таким спросом у ивановской публики. Сюда охотно идут люди, потому что работа настолько разнообразная, что каждый человек может найти что-то для себя. Это и форма проведения досуга довольно интересного музейного, а это и возможность для человека приобрести какую-то понравившуюся работу. Диапазон цен самый разный, от 1000 до 60 тысяч, то есть на любой кошелек, в общем-то, еще и рассчитано.